Городок роскоши ресторан «Корона» не устает нас радовать своими яркими открытиями и мероприятиями. Golden Open. Название полностью соответствует шикарной атмосфере ресторана. Мы находимся на открытии летней террасы ресторана «Корона», которая проходит в рамках презентации Венского бала. Новую эксклюзивную коллекцию ювелирных изделий Роберто Браво. Скажите, чем вас именно заинтересовал этот бренд? Добрый день. Роберто Браво – это ювелирный бренд, итальянский бренд, который выразил протест стандартизации путем создания новых идей, моделей, новых коллекций, которые в себе содержат новаторские идеи и также включают классику, ювелирную классику, отражают полностью современные украшения. Вы смело в СМИ заявили о том, что вы прекращаете заниматься концертной деятельностью. Скажите, пожалуйста, почему именно Golden Open организован вами? Игорь, я думаю, что вы, как человек шоу-бизнеса, поймете меня, что нам завязать с ивентами чуть-чуть сложнее, чем наркоману завязать с наркотиками, алкоголику с алкоголем. К тому же ресторан «Корона» и его целевая аудитория была для меня чем-то новым, абсолютно новым уровнем. И я благодарна его арт-директору Пельмчук Анастасии за то, что предложила мне организовать это мероприятие. Скажите, как часто вы посещаете подобные мероприятия? В силу относительной занятости я посещаю крайне редкие такие мероприятия, но сегодняшнее мероприятие мне доставляет удовольствие, я очень рада, что я здесь. Здравствуйте, Кристина. Вы постоянный гость таких подобных светских мероприятий. Скажите, как вам организация сегодняшнего шоу? Я считаю, что сегодняшнее шоу на высшем уровне, показы, коллекции, все. Я даже нашла, что себе прикупить на следующее подобное мероприятие. Скажите, как вам организация сегодняшнего мероприятия? Великолепная. В следующий раз обязательно придете? Конечно. Состоится Венский бал, который будет проводиться в Императорском зале. Это будет действительно масштабное мероприятие, презентация его была сегодня. А еще в планах есть более масштабный проект, который, я думаю, что мы пока что с вами оставим в секрете. Но могу сказать только то, что всем талантливым, молодым и, главное, красивым людям Луганщины, что это исполнится их желанием. Ваши пожелания ресторану «Корона»? Хочется пожелать хороших, достойных клиентов, которые будут ценить и любить это заведение, так как любим мы его.
Даже не знаю, что пожелать. Мне кажется, у этого заведения так уже все есть. Прекрасный интерьер, прекрасные люди, которые сюда ходят. И самое лучшее обслуживание, и великолепная кухня. Организаторам продолжать в том же духе, потому что действительно молодцы, всего хорошего. А «Корона», я считаю, лучшее заведение в нашем городе. Равных нету. Все то же самое, все самые лучшие пожелания. Поздравляем ресторан «Корона» с открытием летней террасы. Очень красиво, очень впечатляет, так свежо. Руководству желаем вдохновения, терпения на свершение новых дел. Дальнейшего процветания, благодарных клиентов и развития в бизнесе. Удачи и процветания в дальнейшем. Всего самого-самого наилучшего. Здравствуйте, Михаил. На сегодняшнем шоу вы покорили всех своим феноменом. Скажите, что же все-таки сподвигло заниматься этим делом? Когда я был маленький, я часто болел. Занялся индийской йогой. Выздоровел. Сейчас тут 100% здоровье. Но мало того, что подвинуло на это, что я понял, что я могу делать эти вещи. Я многие номера еще обещал Украине, что я их сделаю. Я их сделаю. А очень опасные номера. Вот и подошел финал Golden Open. Скажите, чем сеть ресторанов «Корона» будет дальше радовать своих гостей и друзей? Вы знаете, сейчас хочу поблагодарить в первую очередь это все, кто собрался сегодня на Golden Open. Я думаю, что мероприятие прошло хорошо. В будущем мы будем радовать вас Венским балом. Это самое глобальное событие, которое ждет нас будущей осенью, 6 на 7 октября. Впереди нас ждет небольшие фестивали вина и пива. Детское мероприятие, конечно же, перед 1 сентября, чтобы всех деток порадовать. Потому что сеть ресторанов «Корона» всегда с любовью к вашей семье. Вот так вот роскошно состоялась презентация летней террасы от ресторана «Корона». Авторская кухня и коллекционные вина. Фэшн-показы от мультибрендовых бутиков нашего города. Все это и многое другое мы увидели на мероприятии Golden Open. А ресторану «Корона» мы желаем ярких мероприятий и золотых открытий.